Пані та панове. Сьогодні в мене в гостях пані Вікторія Любаревич-Торхова. Здравствуйте, Вікторія. Я нейропсихолог когнітивного розвитку і психотерапевт для взрослих і дітей. У психіки є така ж організація, як і у фізичного тіла. Ця організація також невероятно структурирована, алгоритмична, со своими причинно-следственными связями, но не настолько простыми, как мы это можем услышать в СМИ. Иметь способность сделать выбор и быть готовым нести последствия любые и знать, что в любой момент ты можешь что-то исправить, поменять свой выбор, принять еще одно решение, что это не конец жизни и не последняя точка. И в то же время знать, что ты не кому-то обязан и должен, ты имеешь право делать все, что тебе нравится и хочется, пока ты не населяешь это другим. А табу всего 5. Нельзя причинять боль, нельзя угрожать жизни, ни чужой, ни собственной, нельзя брать вещи без разрешения, нельзя портить вещи или имущество, и нельзя уходить или пребывать где-то без разрешения либо уведомления. Все. Субота, 27 квітня, 11 година, 9 канал.